Внимание, данное видео создано ради проверки эксперимента в качестве ознакомления как документальное кино и ни в коем случае повторять нами не стоит. А всем привет, с вами Тимон, и давненько в наших видео не было Стрэндж Армстронга. Или Руки-Тянуки. Да, это странный антистресс из Америки, про который мы снимали почти год назад. В прошлый Новый год я купил его в Америке как странную штуку, игрушку антистресс, которую теперь можно купить и у нас уже. Магазины увидели ее популярность и заказали, это круто, я считаю. Весь этот год я проводил с ним эксперименты. То, что может он, реально не могут другие вещи. Пробовал растянуть его машинами. Засовывал под каток, это было прикольно. Сунул его даже в вафельницу. Вылил раскаленную лаву на него. И даже разобрал и посмотрел, что у него внутри. Но самое интересное, почему раскаленная лава не смогла победить Стрэндж Армстронга, а? Возможно, из-за того, что он супергерой. Но это шутка. Или американцы делают какую-то нереальную суперрезину. Короче, в этот раз я хочу проверить его раскаленным шаром, так как нет ничего круче раскаленного шара, нагретого до 1100 градусов. Лично я так думаю. Если Армстронгу не страшен даже раскаленный шар, ну тогда это точно игрушечный супергерой. Как всегда, мы раскалили нашу печь, в которой плавим лаву, ну и закинем туда наши металлические шары. Они нагреются и станут ярко-желтыми. По мере остывания они будут передавать Армстронгу энергию. Возможно, Армстронг вообще не боится раскаленных предметов, но это еще нужно проверить. И кстати, ребята, сегодня наступила Черная Пятница. В магазине Всемаки, где я часто покупаю вещи, огроменные скидки. Вы только посмотрите на их ленту. Все товары идут со скидками до 70%. Я думаю, там уже половина блогеров закупилась. Я заказал себе много чего. Ну а где еще можно купить прикольные футболки, толстовки и даже новогодние игрушки под елочку? Это обалденный способ сэкономить и порадовать себя новыми вещичками. Да, и кстати, если не понравились принты на сайте, вы можете сделать легко любой принт и на любую вещь. Я, к примеру, сам так делал принты с Тимкой, только у Всемайки есть уникальный конструктор, в который можно загрузить любую фотографию или картинку на любую вещь из ассортимента. Да, и в описании будет моя уникальная скидка и еще 10% к Черной Пятнице. Заходите к ним на сайт или скачивай мобильное приложение. Ну что, ребята, начинаем. Шары раскалились, и я буду по мере их остывания заменять на новые. Но я думаю, справится и один шар. Поехали! Ё-моё, ого, это нереально, шар раскален до предела и, по-моему, Армстронг реагирует как свеча. Ладно, давайте уже шар оставим на Армстронге и понаблюдаем. Обалдеть, что происходит? Это просто нереально. Внутри Армстронга клейкое вещество, и оно очень странно прореагировало на раскаленный шар. Оно начало хлопать и превращаться из жидкого состояния в легкие хлопья, ну типа трухи. Это очень странно. Почему так? Я еще ни разу не видел такой реакции. Хотя нет, помните, как мы снимали видео про раскаленный шар и мыло? Это очень похоже. Так это что, внутри Армстронга получается мыло? Это вещество явно не похоже. Ребята, а дальше вообще получилось интересно.
Внутреннее вещество в Армстронге закипело и начало сбегать, словно молоко из кастрюльки. Это очень было странно. Что же реально там внутри? Есть предположение, что это кленовый сироп, но я в это не верю, так как я его нюхал, и я ведь его разбирал же. И не раз, и сахаром он даже и не пахнет. Оно вообще сладким не пахнет. Но при этом ведет себя очень странно. Шар скакал, изрыгал какие-то хлопья, и выглядело это прикольно. И в итоге оно вообще просто задымело. Смотрелось это жутковато. Казалось, что Армстронг вейпит животом. Стрэндж Армстронг — человек и пароход. Видимо, шар начал остывать, и реакция начала идти на спад. Да, жутковато. Ну и дыра в нем. Кстати, выглядит на вид аппетитно. Может, это и правда кленовый сироп? Почему же оно поменяло цвет? Было прозрачное, а стало красноватое такое, знаете? Прям как подгорелый сахар. Выглядит почти так же. Это было реально прикольно. И мы попробовали еще раз приложить к Армстронгу раскаленный шар. Особенно к его голове. Да, ну пластик, конечно, не так прикольно реагирует, как то, из чего состоит Армстронг. Как и видите, оказалось, что раскаленный шар гораздо круче лавы. Там, где не справилась лава, раскаленный шар раскрыл возможности Армстронга. Я, к примеру, не знал, что эта штука внутри него может превращаться в хлопья. Знаете, это как после вулкана, когда только пепел остается. Вот так вот выглядит сейчас Армстронг после раскаленного шара. Кстати, вот эта штука, и она реально похожа на карамельку. Ну блин, почему она не пахнет сахаром? Я не решусь, конечно, ее попробовать, это явно не конфетка. И явно не кленовый сироп. Это, наверное, какая-то химия однозначно. Но там, где еще она жидкая, она липковата, как клей. Возможно, это разновидность клея, и именно эта штука позволяет ему растягиваться и сжиматься обратно. Так что это было прикольно, и давайте наберем 50 тысяч лайков, и я продолжу эксперименты с Армстронгом. Пишите в комментарии, что еще с ним снять, и лучшие идеи попадут в видео. Подписывайтесь, чтобы не пропустить новые видео, и обязательно расскажите о нас своим друзьям. Жмякайте на колокольчик, чтобы быть первыми. А на это все, ребята. Всем удачи и пока-пока.